Что, едем к магам, детям Велеса в очередной раз, сейчас погуляем, пообщаемся и заодно сделаем подсъем деталей, финальный подсъем деталей к нашей документалке. Ох, уже она на полном ходу в монтажной комнате у режиссера монтажа и монтажера. А скоро все увидят наш документальный фильм, который мы снимали длиной в год, про магов, про семью магов и детей. Куда идем? Опять на съемки. Все с работы, пятница, короткий день, а Манечка на подсъем деталей к магам. Так, гулять пойдем с девочкой, поэтому купили ей вот такие всякие штучки тоже. А девочка – это дочка наших магов детей Велеса. Вот с ней гулять идем, поэтому, ну как, можно не купить ребенку что-то. Девушка, у меня опять для тебя есть всякие сюрпризики маленькие. Ой, держи. Не знаю, что это такое, но вот держи, а это точно вкусно. И точно можно. Я надеюсь, ты кушал. Что тебе попалось, Ева? Дети с бельки. Ева у нас красную мамбу кушает. Кстати, откуда она знает мамбу, а? А мама вон собирает ей. Мамбу откуда она знает? Это же наше поколение, 90. Она, наверное, по телевизору видела. А-а-а. Да и мы могли купить что-нибудь. Мамбу знаешь? Вкусная мамба? Попалась нам какой-то ерунда, бред. Да, еще покажу. Киндер-игрушка попалась. Проверка на терпение родителей, Катя сказала. Во. Эх, все падает. В общем, качели-карусели, ничего не прикрепляется, все надо так это сбалансировано. Еле-еле, потихонечку. Да, ну, если получится, мы дадим вам знать, а пока я покажу, что у меня сумки. А, получилось, ладно. Карты Таро хотела показать, ну ладно, сейчас киндер в приоритете. Та-дам. Катя, что мне делают карты Таро в сумке? Кстати, вот они. Карты Таро дожидаются своего часа для того, чтобы на Таро шутки. Я их взяла, чтобы показать, какая вообще шедевральная колода мне попала в руки. Второе, демона в гаете, вообще прям супер. Сейчас ну, ребенок гуляет, пойдем в лес. Да, но это все попозже. Так, значит, мать не пошла, вон стоит, греется, говорит, тут холодно. А мы уток пошли передразнивать с Евой, да? Давай еще раз, как? Крё-крё-крё! А они такие вон жирные, откормленные, не уходят никуда. Сидят, почему они сидят, Ева? Катя у нас делает такой этот шедевральный, не пейзаж, а что у нас, пленэр, можно даже так сказать. А девочка что делает? Кушает чебек! Красота! Нафоткали на телефон. Детей Велеса, ребенка Велеса, одного в единственном экземпляре. Катю. Посмотрим, что получится на самом деле. Погуляли с детьми Велеса, точнее с Катей, с девочкой, с дочкой Кати. Сходили на пруд, пофоткались, у меня был с собой видеосвет, пофотографировали Катю на телефон. Ну, получилось, конечно, так, как должно было получиться на телефон в сумерках, зато Катя осталась довольна. Что ж. В профессиональных кадрах Сашка уже выслал ссылку на фотки. Мы когда снимали завершающую часть детей Велеса по документалке, также пофотографировали наших магов. Вот сейчас как раз-таки выложу пару-тройку работ. Ну и, конечно, выложу их в группе ВКонтакте, официальный Live Dream Studio. Если вы еще не там, то срочно вступайте, а также в аккаунт Live Dream Studio Instagram. Вы еще не подписаны? Подписывайтесь. Собственно, все, идем домой и залезаем в сторис Instagram. Почти дома. Катя уже выслала фотографии, которые нафоткали с видеосветом на ее мобильный телефон сегодня в лесу. Сейчас покажу вам все, в общем, вам покажу. Ух, продуктивный денек. Жду не дождусь, когда же будет готова документалка. Ах, люблю эту жизнь, люблю свою работу, люблю косички. Дома, ура, все.